Всем привет, я Валерий Литенков. Сейчас смотрю нежилое помещение возле метро Теплый Стан по адресу улица Теплый Стан, дом 5, корпус 4. Очень напоминает однокомнатную квартиру. Высота потолков 2,7. Коридорчик, хороший вход с неплохим, в общем-то, ремонтом. Доделать надо буквально чуть-чуть. Счетчики воды есть. Смотрите дальше видео, все покажем. Она такая небольшая ручка. Идти по ней надо буквально пройти там метров 300, наверное, до этого пошла. Вот иди прямо, видишь, что он уже. Счетчики снимают, счетчики есть, правда. Сейчас еще одно время подойдет? Нет, я что правильно. Спасибо. Я могу открыть, потому что есть. Ну, вот это закрыто. Так, что у нас? Куда? Спасибо. 17 часов и 18 на 9.